Долго думал, как назвать, честно. Обычно со званиями проблем нет. А здесь вот долго думал. Ну, назову я «Баллада про настоящего бойца». Есть такой боец «Семерка», боец батальона «Донбасс». И это видео стало известно, ну, широко, даже за пределами Украины. Смотрите, блядь, что... Кто сказал молчать? Путин, хуйло! Путин, хуйло! На землю легли, блядь! Легли на землю, морда вниз, блядь! Роты закрыли, нахуй! Я, блядь, тихо говорю, за сколько времени, нахуй? За месяц. 5 штук в месяц, да? Да, прошло. Значит, хуйло, блядь, слушайте меня. А их, нахуй, воду, блядь, поят, нахуй. И на машине хотят везти, добрые наши все. А это боец уже в плену. Блядь, рядовой. Сюда попал в плен. По повестке, ВЧ-30-27. Блин, сдали оружие, отказались вести боевые действия. ВЧ-30-27, это внутренний войск. Я не подписывался воевать так, как боевые действия проводились, то есть по жилым кварталам это были не наши функции. Я имею в виду, ведется огонь по жилым кварталам. На такое люди не подписывались. То есть блокпосты, поддержание правопорядка, то есть патрулирование там улиц каких-то возможных. Вот, и все. А сражаться с мирными жителями, извините, на такое никто не подписывался. А это французский гражданин, литератор Юрченко. Что вот наш боец с ним делал? Они их запирали в железный шкаф и при обстрелах шкаф выставляли. Ну, у каждого свои приколы. На войне ж свои приколы, правда? А наш боец сейчас перед ним будет извиняться. Я очень рад, что еще раз вас увидел. От чистого сердца. Я хочу вас попросить прощения, независимо от того, простите ли вы меня. Но от чистого сердца хочу вас попросить прощения. От чистого сердца. Я осознал. Стук не в шкафу, на улице, там, где были ребята, которых... Вы раздели и заставляли бегать и кричать. Раздеть отдал приказ начальнику. Нет, ну бегать на четвереньках их погонять и кричать. То что вы знаете, чем лучше. Не жрать всячески. И когда меня привели, меня спас от вас медик ваш. Он просто толкнул. Вы и другой ученик, вы сказали, ты живым. Запомни, я француз, ты отсюда не идешь живым. Не хочу, я хочу, желаю добра и чтобы вы жили живы, писатель. То есть мне очень было не по себе. Я потом ночью пошел, вас уже не было, он уже вас вез. Я от искреннего сердца. Ты спас на жизнь. Я верю в жизнь, я желаю, чтобы действительно... Чем я могу вам помочь искупить свою вину? Я не знаю, искупить свою вину понятно, я сейчас вас понимаю. Но я все-таки прощение, я очень-очень благодарствую, что вы простили, но все-таки я хотел бы, может быть, помочь чем-то. Просил здесь людей, чтобы дали возможность перед вами извиниться, они говорили, что у вас типа нету, уехали где-то. Ну, теперь я рад, что я смог перед вами извиниться. Все дурацкое состояние, это дурацкая война, которая, знаете, вот наступил момент, когда... Вот все мы до единого поняли, что она не то, что никому не нужна, надо по-другому, вот такие методы. Война, чтобы люди поняли, насколько нас это... У нас осталось здесь 107 человек. Ну, не могу говорить за всех 107, но 100 человек это поняли. Я для себя решил, если я стану жить, если... Нет, когда у меня республика даст такую возможность, я займусь волонтерством и буду отправлять сюда гуманитарные грузы. Ну, так же, как это было к нам, так же я буду делать это сюда по мере возможности. И, ну, вот это единственное, что я могу. Что буду делать со мной? Мне главное ваши просили. Честно. Я человек, как бы, ну, по жизни своего слова, но... Если будет возможность в жизни ее продолжить, я займусь тем, чем я вам даю слово.
Ну, совесть, она такая штука злая, она грызет. Как бы там ни было, но... Ну, съедем, что там, в России, Украине, все тесно так. Ну, пересечем, съедем все. Ну, Париж не по моим возможностям. Да нормально, найдем возможности, что-то. Ну, съедем. Простите еще раз. В жизни. Жизнь учит. Сообщалось, что у бойца позвоночник сломан в нескольких местах. А это наш боец, уже освобожден, передает привет генералу Рубану, который занимается освобождением пленных как раз таки. И своей кровью, и кровью регулярной российской армии. А тому генералові Рубанові, зніми свої погони. Якщо ти сказав, що там не було регулярної російської армії, тоді зустрінься зі мною, я тобі її покажу. А сейчас он расскажет про пленных с той стороны. Расскажет, пусть благодарят Бога и нас, что они остались живы. Ну и про французов вспомнит, конечно. Хай дякуют Богу и нам, что они остались живы. А, до речи, по цьому полоненому, что он так там сильно расплакався, как ему там дали дві пощечини. Вы имеете на увазі Юрченка? Я маю на увазі Юрченка. То есть, якихось там дві оплюхи, він сльози, соплі, спецназовець, садист. Це було сміх. Тобто я садист, а він от нормальний письменник, громадянин Франції, який проживає зараз в Москві, який був в камуфляжі, в формі такі самі, як і всі остальні ополченці, зі зброєю були всі. Виїхав він в Україну через територію Румунії, Румунії, так. В ДНР попав, йому лично Стрілков підписав, здається, написав, що він не має там до мене претензій. А які претензії, якщо на камеру Life News сказав, що там його поламана нога, це дійсно випадкові. Тобто там ноги роз'їхались, він своєю вагою там на цю ногу впав, собі її зламав. Свої коментарі я оставлю при собі. Це була просто балада о бойці.